Здравствуйте, дорогие друзья! Сейчас мы с вами поговорим на тему, а зачем же мы воспитываем детей? Собственно, странная тема, правда? Зачем мы их воспитываем? Может, можно вообще и не воспитывать? Но на самом деле, если подумать, это очень важный вопрос, который продолжает обсуждаться и, наверное, будет всегда обсуждаться в разных странах, разными людьми, то есть в разных социумах. И все время ищутся новые решения. И, в общем, мы как бы знаем, что сейчас вся Европа перешла на так называемое либеральное воспитание, где дети получили все права, каких раньше не было и у взрослых людей, а вот с обязанностями у них получилась как бы напряженка. То есть во многих странах обязанности просто переехали к родителям, то есть родители вообще превратились в какую-то обслугу для детей. Ну, в общем, мы на эту тему сегодня говорить не будем, хотя там тоже интересные результаты получились. Тема воспитания, она обширная, многогранная, и в той же Европе уже накоплены материалы по результатам этого либерального воспитания, и мы еще увидим изменения в подходах, собственно, к ним уже начали призывать, потому что понятно, что что-то должно измениться, потому что ситуация не самая хорошая. Итак, для чего мы воспитываем детей? Вот вообще любых наших детей, не только особенных. Я предлагаю сейчас взглянуть на воспитание чисто вот с функциональной, такой прагматической точки зрения, с утилитарной, можно сказать, точки зрения. Вот к чему дети должны прийти в процессе воспитания, какую дорогу они проходят. То есть вот можно сказать, вот давайте мы глянем так вот сверху на дорожную карту, как ребенок вот идет, куда он идет, зачем он идет. То есть функционально воспитание ребенка можно разбить как бы вот на две большие как бы части, на два больших этапа. Первый этап и цель – это чтобы ребенок усвоил правила окружающей среды. И вторая цель, а также тоже этап – это привить ему уверенность в себе. То есть привить в нем уверенность, что он все делает правильно, что у него получается и получится, что он достоин хорошего. Вот правила окружающей среды. Насколько это просто? Из чего они складываются? То есть ребенок должен это как-то вот усваивать. Так вот, что именно он усваивает? Давайте мы посмотрим вот уровни развития ребенка, как он идет. Начинает освоение вот всех этих правил, он обычно с бытовых правил. То есть на этом этапе ребенок усваивает вот обыкновенные правила быта. То есть вот нельзя включать газ, мама поругает, кипятком можно сильно обжечься, там кушать нужно ложкой, нужно одевать ботинки, там правый ботинок на правую ногу, левый на левую. То есть вот все такие вот самые простые действия. Как правило, этот этап соответствует самому началу жизни ребенка. Правда, освоение вот этих вот бытовых навыков, оно может продолжаться всю жизнь человека. То есть в первый год ребенок учится, как правильно одеть обувь, и что пальцы в розетку совать нельзя. А, скажем, в 25 он может осваивать, там, как водить машину, как водить самолет, или даже то, что вот если он поднимет, скажем, тяжелый ящик неправильно, так сказать, из неправильной позиции, то у него потом заболит спина. Ну, а после 50 человек вообще может вдруг вернуться, так сказать, к началу и выяснять, а что вот это вот можно кушать, а это вот нельзя. Например, там, скажем, нельзя есть много мучного и сладкого, да? Хотя вот как раз про это лучше бы, чтобы все понимали это пораньше, потому что тогда было бы меньше людей с диабетом второго типа. Следующее, что ребенок осваивает, это семейные правила. На этом этапе ребенок учится взаимодействовать с родителями наилучшим для себя образом. То есть фактически ребенок осваивает правила семейной иерархии. И вот именно на этом этапе ребенок понимает, что вот мама сейчас в хорошем настроении, так у нее можно попросить конфетку там, или книжку почитать, или мультик. А вот если папа пришел с работы злой и усталый, то, наверное, не нужно ему показывать дневник, в котором есть двойка. Ну и всякое такое прочее. А как бы, например, в семьях, которые считаются неблагополучными, такие дети научаются очень быстро понимать, что там, если папа пришел, скажем, домой пьяный, то лучше куда-нибудь спрятаться, ему, так сказать, на глаза вообще не попадаться. То есть ребенок усваивает вот эту вот семейную иерархию и учится, во-первых, понимает свое в ней место и учится, так сказать, ее использовать для своего собственного блага. Следующим этапом ребенок осваивает правила социума.
То есть все эти вот этапы, они могут идти параллельно, просто некоторые начинаются чуть позже. То есть правила социума ребенок, как правило, начинает осваивать позднее, чем правила, так сказать, семьи. Это очень большой этап, и, собственно, его можно разбить на более мелкие, так сказать, подэтапы. И на каждом из этих этапов ребенок получает все более непосредственный контакт с внешним миром. И, соответственно, все больше, так сказать, взаимодействия. Первым контактом с внешним миром, как правило, является детская площадка. То есть обычный ребенок, он впервые, когда он видит, так сказать, мир вне семьи, мир, социум, это когда его мама вывела на детскую площадку. Там он встречает других детей, там он встречает других взрослых и так далее. Следующий этап – это детский садик. То есть в детском садике уже есть полноценный детский коллектив, хотя все это происходит под очень жестким и неусыпным контролем взрослых. Взрослые, которые этот контроль осуществляют, они уже не члены семьи, но ребенок уже понимает, что существует иерархия, воспитатели, они, так сказать, в данной иерархии находятся на более высокой ступени, дети находятся на нижней. И, собственно, уже вот на этом этапе начинает формироваться какая-то новая детская иерархия. Там, во-первых, по возрастам, во-вторых, еще там по каким-то принципам. Это все очень сложно и интересно. То есть кто-то может, наверное, эту тему целый докторат написать. Следующий этап – это младшая школа. На этом этапе контроль взрослых еще силен, но уже слабее, чем в садике. То есть ребенок уже способен контролировать себя и отвечать за себя в гораздо большей степени, чем в возрасте детского сада. И поэтому контроль взрослых, естественно, присутствует, но он уже не настолько как бы жесткий, не настолько давящий. И на этом этапе уже, так сказать, новая детская иерархия в коллективе начинает формироваться как бы более четко. То есть уже в младшей школе начинается там вот этот вот лучший мальчик класса, это самая красивая девочка класса и прочее такое. То есть начинаются уже вот эти вот как бы... внутри детские, как бы это сказать, оценки. Следующий этап – это средняя школа. В средней школе контроль взрослых уже практически становится номинальным. То есть он как бы есть, и как бы его нет. То есть взрослые, например, могут контролировать, что происходит на уроках, но они не контролируют ни что происходит на переменках, ну, очень так... слабые уж совершенно не контролируют, что происходит после уроков, например, на школьном дворе или на нешкольном, а где-нибудь там за сараем. Дети взрослеют на этом этапе и учатся решать свои проблемы сами. И подростковая иерархия здесь уже получает более-менее законченный вид. Естественно, все это продолжает развиваться. Могут быть весьма жесткие ситуации. Собственно, про это и написано много книг, и есть много фильмов. И, собственно, и сейчас мы можем в интернете видеть всякие ситуации. То есть это естественный этап вот взросления ребенка, когда он научается, так сказать, осознавать, отвоевывать свое место в коллективе, в этой вот новой коллективной иерархии. И если коллектив по какой-то причине ребенка не принимает, то это приводит к массе негативных эмоций, то есть к реальному страданию. Иногда это даже может привести к депрессии. Некоторые дети идут на преступления, а некоторые даже прибегают и к суициду. Следующий этап – это у нас высшее учебное заведение или профессиональное образование. Собственно, здесь как бы все обнуляется, все начинается заново. Потому что обычно ребенок, как бы уже бывший ребенок, молодой человек, он уже попадает в совершенно новый коллектив, и вся, так сказать, иерархическая структура начинает складываться заново. И здесь вот у ребенка есть шанс поменять место в этой иерархии, так сказать, на более ему подходящее, там, более удобное, более приятное, более комфортное. В странах, в которых очень сильно развита кастовая структура, этот этап практически последний, когда человек может улучшить свое будущее вот, как бы социальное положение. Эта тема очень сложная тоже, и ни в коем случае мы сейчас не будем в нее углубляться. Ну и дальше начинается уже взрослая жизнь, которая предполагает, что над ребенком нет никакого абсолютно контроля, ну, кроме контроля государства, которое, в общем, все понимают, что оно, так сказать... может возникать только по каким-то там необходимостям. То есть фактически человек уже живет без внешнего контроля. Он сам полностью отвечает за себя.
сам себя контролирует и сам отвечает за все свои действия. Взрослая жизнь тоже, в свою очередь, складывается из жизни семьи, то есть этот самый молодой человек, он заводит свою собственную семью, в которой складываются какие-то свои отношения, и, соответственно, его отношения в социуме, то есть это работа, друзья, ну что там еще бывает. Какие навыки мы предполагаем уже у человека во взрослой, так сказать, дееспособной, надо сказать, успешной личности? Ну, во-первых, это обязательный базовый набор навыков, который делает человека социально грамотным. Ну, помимо того, что, естественно, человек умеет одеваться, там, ходить в туалет, кушать ложкой и все такое прочее, он, как правило, еще умеет там и помыть за собой посуду, и приготовить еду. Он умеет пользоваться магазинами, он умеет пользоваться банками, он понимает, как пользоваться государственными учреждениями, как устроена вообще как бы государственная жизнь. В общем, короче, здесь у нас уже есть длинный-длинный список навыков, которые человек приобрел за все прошедшее время. Второй важный навык – это способность достигать своей цели. То есть вот как бы каждый из нас, он же человек, то есть мы не живем только ради того, чтобы там, извините, кушать и в туалет ходить, да? У нас есть какие-то другие цели. То есть, например, там кто-то любит рисовать, кто-то любит детей, кто-то еще там что-то любит. То есть каждый чего-то в жизни хочет. И вот умение достичь вот этого вот «хочу» – это тоже очень важный навык, который, собственно, определяет успешность данного конкретного человека и, скажем так, ощущение его собственной как бы значимости, его собственного счастья. Ну и последний навык, я считаю, очень важный – это способность использовать самого себя, других людей, обстоятельства – для улучшения состояния и положения, в первую очередь, себя самого и других людей. Каких других людей? Да, собственно, любых. Любых близких, дальних. То есть, как бы, человек должен думать не только о своей шкуре и, простите, теплом месте. Он должен еще беспокоиться о том, насколько хорошо людям, которые вокруг него. Все это именуется зрелой личностью. Может быть очень многогранным. Вот такой человек, в общем, будет благополучен, сам он будет, как бы он будет чувствовать, что он нужен, что он в этом мире не просто так вот небо коптит. И, как бы, да, мы люди, поэтому нам мало вот просто, так сказать, животных радостей. И нам вот необходимо, чтобы мы могли повлиять на мир, причем в лучшем, как бы, именно в лучшем значении, то есть что мы можем поменять мир к лучшему. И вот здесь возникает вопрос уверенности в себе, самодостаточности, но про это мы поговорим в другой раз. Всем до свидания, хорошего дня!